упражнение для домашней тренировки, часть 2. Первое упражнение. Поднимаем корпус наверх и удерживаем минуту. Второе упражнение. Опускаем, отдыхаем. Поднимаем корпус наверх и делаем повороты в корпусе. Третье упражнение. Поднимаем корпус наверх и ноги наверх и удерживаем минуту. Следующее упражнение. Отдохнули. И это же положение. Делаем разножку. Переходим к бальным танцам. Первое у нас упражнение будет на технический свей. Делаем шаг в сторону. С подъемом. Начинаем от ног. Растягиваем диагональ. Дальше опускаемся. Делаем шаг в сторону. От пола берем энергию и дотягиваем верхнюю линию. Упражнение на косметический свей. Следующее упражнение. Медленный выход. Акцент, акцент. Угу. Другую сторону. Медленный выход. Упражнение на работу стоп. Берем рукой стену. Эту ставим в сторону. Отрываем заднюю ножку. Здесь у меня высокая подушка. Опускаем каблук. Вносим ногу вперед и поднимаем каблук. Опускаемся. Поднимаемся. Опускаемся. Поднимаемся. В другую сторону все то же самое, на другой ноге. На сегодня это все.